У меня есть бич, пацаны, я пас. Не поеду в стрип, что мне делать там? Эти сами эти бабы тут же станут в ряд. Трахаю ее так, чтобы она вернула нам. Я не наскучила грязь, вот что я чувствую сейчас. Я успокоился, брат, вот и настал этот час. Еще одна мелкая блядь, видели это не раз. Один и тот же финал, будто бы ГСВК. Я не нужна недоступная девочка. Факать твою шлюху было бы мелочно. Даже если у меня сильно чешется, не позволил бы себе такой мерзости. Ставки высоки, это не изменится. Будто мы в одном из казино Вегаса. Ты скажи, чтобы за мной не бегала. Покидаю свое шоу, незнакомый телефон. И мне пишет твоя хоу, и мне пишет твоя хоу. Я в отеле с моим броу, обмываем новый дом. И мне пишет твоя хоу, и мне пишет твоя хоу. Эта шлюха знает толк, никому не нужен лох. От тебя она уйдет и не скажет ничего. Молодые миллионеры, что же этим сукам надо, бля, еще? Сегодня получаем баксы, потому что выступаем за бугром. Боже, придурок, ты даже не думай ко мне ревновать ее. Если бы я хотел, я бы уже положил на кровать ее. Она еще не ушла, и ты такой, чтобы это значило. Разве не ясно молодому, я не похуй, твоя пассия. А ты так и не довел до финала эту хоу. Чтобы суке не пришлось помогать себе рукой. И чего ты только ждал? Ты все понимаешь сам. Но не бойся в этот раз, она не подходит нам. Пускай даже у нее жопа самый топ с логотипом ГОСТ. Это не меняет то, что она лишь хо и на нее пох. У нее в челюсти целый детдом, а ты целуешь ее языком. Что добавить еще? Псих. Покидаю свое шоу, незнакомый телефон. И мне пишет твоя хоу, и мне пишет твоя хоу. Я в отеле с моим броу, обмываем новый дом. И мне пишет твоя хоу, и мне пишет твоя хоу. Эта шлюха знает толк, никому не нужен лох. От тебя она уйдет и не скажет ничего. Молодые миллионеры, что же этим сукам надо, бля, еще? Сегодня получаем баксы, потому что выступаем за бугром.